Матч между Россией и Словакией должен был пройти накануне, но из-за непогоды была изменена программа турнира. Юные футболисты встретились сегодня на поле центрального стадиона «Югспорт». Команды начали борьбу за поездку на элитный раунд Евро длительным розыгрышем мяча. Весь первый тайм он постоянно уходил от игроков в противоположную от ворот сторону. Открыть счет удалось России только во втором тайме. Сборная Словакии тоже ответила голом. Матч завершился ничьей 1-1. Завтра пройдут встречи между Словакией и Норвегией, России и Северной Ирландии. Заключительные матчи состоятся 16 ноября. В следующий этап квалификации выйдут по две лучшие команды каждой из 13 групп. Пока же завершились соревнования в 5 группах и определены 10 участников в весенней стадии отбора. Путевку получит и обладатель 3-го места, который продемонстрирует наилучшие результаты во встречах. Кроме того, автоматически в элитный раунд попадают чемпионы Европы – испанцы. Финальная же стадия турнира пройдет в июле 2016 в Германии, где и состоится отбор на чемпионат мира 2017. Он пройдет в Южной Корее.